Всем привет! В этом видео распаковка и обзор товаров для маникюра, которые я купила в магазине Wildberries. Как обычно, вот в таком пакете все упаковано. В первую очередь это Optimax, средство для дезинфекции инструментов. Это концентрат, стоимость его 504 рубля. Optimax Prof. Я беру вот такой вот синий с зеленой полосочкой. Вся инструкция к нему есть в интернете, прям можете набрать смело и посмотреть, как правильно его разводить. Далее акригель Дона Жордона. Мне очень нравится данный акригель. Он прочный, он очень-очень жесткий по сравнению с другими акригелями. При этом он в нанесении приятный. Стоимость его 432 рубля. Следующий у нас идет полигель, уже называется, от Cosmo. Это самый старый полигель, которым я пользуюсь уже очень-очень давно. Он имеет зернистую текстуру, такой прозрачный цвет, номер 5. И наносится он тоже хорошо, но по сравнению с Дон и Жордона, если их сравнивать, то он чуть более зернистый. И при этом он помягче, то есть в опиле он полегче. И подходит он, в принципе, для укрепления, для наращивания. Я бы, наверное, посоветовала больше Дону Жордону, потому что он более прочный. Если клиент у вас ноготочками нарощенными будет стучать, то, наверное, Дону Жордону подойдет лучше. Полигель от Cosmo стоит 544 рубля. Следующий товар, также заказанный на Wildberries, это у меня гель-лак. И от X-Nail Professional серия Цунами называется. Мне нравятся эти гель-лаки. Они стоят всего 150 рублей. Обычно я такие дешевые гель-лаки не покупаю. Но за 150 рублей я получаю такое удивительное качество, которое мне на самом деле очень нравится. Беру уже вот не первый раз, да, совершенно из-за того, что мне просто нравится цвета. Цвет данный номер 13. И что могу сказать? Они отлично выравниваются, они супер как наносятся в 1-2 слоя, они не текут, эти гель-лаки, они практически не имеют запаха. Я считаю, что для 150 рублей они превзошли просто все мои ожидания. Я от бордового гель-лака за такую цену, ну, ожидала, что он будет там супер жидкий, его придется носить там в 3 слоя. Но здесь могу только похвалить. За 150 рублей это просто твердая-твердая пятерочка. Вот такой цвет у меня на первый слой. Это номер 13 цвет. И вот так он сейчас будет выглядеть у нас на второй слой. Уже понятно, что более-более прочненько, более плотненько точнее. Уже хочу спать к моменту озвучки этого видео, на самом деле, признаюсь вам честно. Поэтому, ну, данный гель-лак могу прям советовать, ну, на 100%. Вот кому понятен цвет, вот покажу вам его сейчас на фоне кожи, чтобы было понятно, что за цвет. Цвет классный. Увидела подобные цвета в фильме в каком-то. У Николь Кидман был сделан маникюр в бордовом цвете. И мне захотелось купить. И на Wildberries вот нашла цвет номер 15. Тоже от X-Nail Professional. Тоже из той же самой серии Цунами. Он, видите, как немножко потемнее, да, чем мои ноготочки в данном случае. И немножко потемнее, чем цвет номер 13. Тоже так же на первый слой ложится хорошо, тоже не течет, но, конечно, он дает кое-какие просветы, да, то есть если вы кладете его не слишком толстым слоем, но это, в принципе, как и большинство гель-лаков, тем более красных, бордовых оттенков. Но у него есть особенность, то, что он хорошо выравнивается, и когда вы кладете его уже на второй слой, он перекрывает все, ну, просто максимально плотно, и это очень круто, и стоимость у него точно такая же, 150 рублей. Цвет уже потемнее, вот скорее вот такой цвет был на руках в фильме у Николь Кидман. Я его купила, ура-ура, он у меня есть, мне очень нравится. И дальше я заказала очередные вот три фрезы, это набор от HD фреза. HD фреза 177 рублей сразу за три штуки, за такой вот набор. HD фреза себя уже фрезы зарекомендовали, как правило, у них всегда вот такие ровненькие, красивые алмазные фрезы, без каких-либо косяков. Нет никаких наплывов на кончики фрезы, вся полностью ровная вот это алмазное напыление, все полностью ровненькое. Поэтому всем рекомендую фрезы довольно бюджетные, 177 рублей сразу за 3 штуки. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк и всем пока-пока, до встречи в следующих видео.